всем. Сегодня решила утилизировать все свои остатки ленточек небольшие по метру одного цвета разных. Вот получились вот такие миниатюрные цветочки на резиночке. Очень удобно для маленьких детей, у которых хвостики небольшие, тоненькие. Очень интересно будут смотреться. Здесь сделала обычные серединки. Здесь вообще пуговица ромашка. Ну и вот такие. Сейчас покажу, как сделать вот такую вот серединку. Она делается из бисера. Цвета могут быть разные. Вот они. Кстати, везде. Вот здесь смешанные цвета, бело-розовые. Здесь чисто белые. Итак, здесь на маленьких, вот на всех вот этих вот очень маленьких, здесь идут ленты около метра. Здесь даже нету метра. Думаю, на два бантика не хватит, а на один вполне. На одну косичку даже на ту же можно зацепить. Можно сделать их на заколках. Вот такие уже будут нарядненько смотреться на резиночках. Ну а сейчас я покажу. У меня было 3 метра ленты вот такой капроновой. И у меня будет 2 бантика таких. На один бантик средний идет, сейчас скажу ширину банта. Он идет 5,5 сантиметров. Уходит 1,5 метра ленты шириной 2,5. Ну, мне кажется, можно и 2 брать обычные. Вот 1,5 метровая. Запаиваем края. Нам нужно будет иголка с ниткой, фетровые кружочки, резиночка и клеевой пистолет. Для начала мы собираем нашу ленту на иголку с ниткой. Собираем самым обычным способом по краю. Мы делаем стежки примерно 0,5 сантиметра, не больше. И так собираем всю наш отрезок, весь наш отрезочек. Итак, собираем до конца нашей ленточки. Итак, я собрала на нитку ленту 1,5 метра шириной 2,5 сантиметра. Теперь я ее стягиваю и, придерживая за край, вот нахожу изнаночную сторону. Как красиво. И мы ее выравниваем, раскручиваем. Находим начало, где мы начинали. Еще раз подтягиваем хорошо. Сначала закрепляю конец и собираем ее с началом. Просто сшиваем ее в серединку.
Ниточку отрезаем. Теперь разравниваем. Даже так уже красивый. Можно с изнаночной стороны прикрепить резиночку. И бантик готов наш. Мы будем делать в другой серединке. Находим край наш. Вот он. Складываем вот так вот равномерно. И начинаем в размерах двух пальцев вот так его складывать гармошечкой. То есть выравнивать края. Другими пальцами просто придерживаем. Ленту чуть-чуть поднатягиваем. Вот так вот у нас получилось. Теперь, чтобы сделать вот такую серединку, мы берем фетровый кружочек, который в диаметре 1 сантиметр, клеевой пистолет и много-много бисера. У меня здесь розовый и белый. Розовым я отодвину. Можно насыпать на сам клей. Мне удобнее его прижимать так. И пальцами формируете так, как вам удобно, какую вы серединку себе хотите.
Лишние фетры я могу срезать. Теперь берем 2 сантиметра на диаметре второй кружочек фетра и делаем для резиночки. Еще один разрез делаю, складываю пополам и делаю 2 надреза. С фетра делаю полосочку, отрезаю. Резиночка готова. Ну и в серединку клеим нашу сделанную сердцевинку. Также ее можно заменить обыкновенной бижутерией. Такой вот бантик у нас получился. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!